Дорогие молодые европейские послы, дорогие коллеги, сегодня мы отмечаем 4 года с момента начала самого энергичного, самого амбициозного и самого вдохновляющего проекта, объединяющего молодых европейцев. Я рад поздравить вас с этой годовщиной и вспомнить те прекрасные достижения, которых мы вместе добились, чтобы преобразовать к лучшему нашей страны и весь наш мир. Мы взяли на себя обязательство содействовать единству и сотрудничеству, сближению стран и людей. И я полностью восхищен тем, что вы делаете для укрепления и развития отношений и сотрудничества между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Поздравляю вас с годовщиной, дорогие молодые европейские послы. Давайте будем работать, давайте будем мечтать, давайте будем строить Европу. Это сделает нас сильнее, вместе сильнее. Будущее в ваших руках.